Минстрой России провел в ИКСе первую конференцию, посвященную итогам первого всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. На масштабное мероприятие приехали представители более сотни городов из 40 регионов России. ВИКСа стала одним из четырех нижегородских городов победителей этого конкурса. Поэтому Нижегородской области было чем поделиться с коллегами. Конкурс прежде всего задумывался про исторические малые города. Понятно, что участвуют все, но на самом деле так почти во всех городах есть историческая среда. Мы просто как-то так привыкли, что там памятники архитектуры или историческая среда – это там Кремль, да? Ну, а Дзержинск, например, Нижегородской области, он основан в 31 году, но при этом это в полном смысле слова исторический город. До советского периода, совсем недавний. Но вы посмотрите на эту прекрасную архитектуру. Кстати говоря, авторы... Те, которые создали Дзержинск, они получили за это государственную премию. Это уникальное событие не только для Нижегородской области, но и, в принципе, для всей России. Это первая такая конференция, которая проходит. Очень символично, что она проходит как раз в малом городе, в моногороде, в городе ВИКСа. Сегодняшняя конференция собрала, как вы знаете, 100 городов. Я приводила сегодня уже несколько проектов, когда мы реально своими усилиями меняем социальную и культурную среду в городе. Мы помогаем не только деньгами, но и помогаем нашим управленческим ресурсам. Потому что я уверена, что только в партнерстве с жителями города, с нашими сотрудниками градообразующих предприятий, большого бизнеса, малого бизнеса, некоммерческих организаций, администрации, можно создать какую-то новую сущность, новую городскую среду. Мы постоянно говорим о теме благоустройства, она давным-давно в приоритете. Это связано в первую очередь с запросом, собственно, жителей. Меняется город, меняется населенный пункт, где человек живет. Он хочет, чтобы эти изменения происходили и дальше. Поэтому в перечне проблем, которые вот в ходе формирования стратегии перед нами ставились, приоритеты, которые направлялись в анкетах, всегда включали в себя тему благоустройства.